Темой моего сегодняшнего разговора будет мышца, выпрямляющая позвоночник. Почему это так важно? Мышца, выпрямляющая позвоночник, является одной из самых длинных и мощных мышц спины. Она занимает латеральные тракты по обе стороны от остистых отростков тел позвонков. Делится на три части. Во-первых, это воздушно-реберная мышца, это длиннейшая мышца и остистая мышца. Мышца, выпрямляющая позвоночник, имеет одноименную функцию. Она участвует в разгибании позвоночника, поддерживает осанку при двустороннем напряжении. Если это одностороннее напряжение, следовательно, она участвует в боковых поворотах головы и боковых наклонах туловища. Также мышца, выпрямляющая позвоночник, опускает ребра вниз. Следовательно, участвует в акте дыхания. Очень важно развивать и укреплять данную мышцу. Если правильно выполнять упражнения, ежедневно выполнять данное упражнение, это будет отличной коррекцией осанки, очень хорошей профилактикой дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника, остеохондроза. Следовательно, вас не будут мучить и беспокоить межпозвонковые диски, вас не будет мучить болевой корешковый синдром. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить мое следующее видео. Всем спасибо, всем пока!